Вашему вниманию представляется проект серверов Rust Hell. Сервера стоят на мощном хостинге, имеются все необходимые плагины для комфортной игры. Первый сервер Max 2, Raid X3, второй клановый, Raid X5. На проекте вас ждет отзывчивая, адекватная администрация. Приятной игры. Вайп производится в 12 дня по МСК каждый четверг. Все ссылки на экране или в описании ролика. Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и как я понимаю, что набирают обороты Jurassic Survival-то на самом деле, люди хотят его видеть, поэтому я хочу более подробно поразбираться с гнездом Тирекса. Так, что же нам нужно, чтобы в нем было нам хорошо? Это новое событие, в котором мы можем найти три ящика, ну, там камни пособирать и деревья. Но наша задача понять, как вообще она работает и как нам здесь ее фармить. Это что-то наподобие Last Dinosaur Survival, типа, знаете, типа какое-нибудь событие, типа чопера там или еще чего-то, контрабандистов. Но здесь это сделано в сторону пряток, сделано достаточно грамотно на самом деле. Наша задача — это прятаться в кустах. Но это дубина, которая ходит там где-то, смотрите, как колесо красиво выглядит, везде, ну, бродит по карте этот наш тирексик, и вот мы должны аккуратненько здесь все походить. Я не знаю, есть ли смысл в этой локации вообще пытаться собирать ресурсы, но я попробую это сделать. Я думаю, это будет очень хардкорный челлендж, потому что эта дубина где-то здесь, и, ну, это, конечно, бредово ходить собирать деревья. Он меня начинает палить. Он начинает меня палить и за мной и идти в мою сторону, когда показывается вот этот вот ползунок. Забираем все. Нам главное найти три ящика, а на остальное нам вообще будет по барабану. Наберем ягодки. Интересно, а как мы можем прятаться в кустах? Вот в этом я хотел бы очень сильно разобраться. Я хотел бы понять, как прятаться в кустиках. Это очень интересно. Вот еще третий ящик, который мы сейчас соберем. Так, вот он нас спалил, все. Меня заметили. И все, он меня с одного удара поедает. Но слава богу, что в этом событии вы можете забрать свои шмотки. Настали сложные времена, вы можете забрать кукри из магазина в почте. Но наша задача не брать кукри. Наша задача разобраться в событии. Почему он нас спалит и как? И как от него, и как вообще, ну, вот с ним разбираться, как от него уходить. Как вы понимаете, по ходу дела, его не завалить, возможно, если как-нибудь потом при помощи высокого уровня какого-нибудь минигана, если здесь вообще такое существует, то как, если как-то таким образом. А по-другому, вот он нас опять спалил, отходим, значит, здесь, значит, рядом наш трупашник. Короче, есть индикатор, на который мы должны смотреть. При помощи этого индикатора, смотри, он сразу здесь появляется, а как нам тогда, что делать? Тогда нам нужно его уводить как-то на карту, потому что он сейчас будет прямо возле меня, и в итоге я просру все вещи, которые я собрал, потому что он будет прямо возле меня. А нет, смотрите, красиво. Давайте думать, как же замутить нам Тирекса. Этот ящик я открыл, мой ящик там. Аккуратненько, аккуратненько. В кустах он нас не запалит, как я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, нам нужно найти наш трупешник. Ресурсов здесь собирать, я так понимаю, нет смысла. Вот он ходит. В смысле целая семья? Он здесь не один, что ли, может быть? Ёх-макарёк. Вот это прикол. Хоп, он прошел куда-то. Так, 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 так. Ё-моё! Это было очень близко и страшно. Писец, он прошелся рядом со мной. Кажется, меня учуял Тирекс. Сколько их здесь? Реально целая семья, блин. Так. Да ё-моё! Когда он лутает, он встает. Откуда же я знал? Офигеть. Тяжело на самом деле лутать, потому что он начинает вставать, и вы должны быстро раздупляться.
Это, конечно, определенно фейл. Короче, фишка в чем? Лутанули. О, аирдроп. Аирдроп — это хорошо. Давайте до Тирекса, и я подумаю, я... О, торговец, смотрите, как классно выглядит торговец. Торговец пригнал на какой-то мощной штучке. Я так понимаю, что с Тирексом здесь больно-таки не поиграешь хорошенечко. Потому что очень тяжело. Очень. Типа учил Рекс, Тирекс, Шмирекс. Ну что тебе надо, а? Он очень огромный. И, в принципе, это как рулетка. То есть, если вы пожадничали, то вас убили. Вот я залутал два ящика, я мог спокойно уйти. Но я пожадничал, начал дальше лутать, и начал помирать. Что, в принципе, очень плохо. Так, забегаем в кусты, пускай нас он, если что, съест. Нам уже все равно терять нечего. И тут у них реально целая семья. И если я захожу... в листву, то этот гаденыш нас не видит. Вот яйцо. Вот яйцо. А зачем нам яйцо? Епа-марама. Вот яйцо я отнесу домой. Потому что это пиндрец какой-то. Он встал здесь. Ты что встал-то? Отлично. Потому что я чувствую, нам придется бежать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что дает яйцо? Яйцо самого опасного хищника на земле. Яйцо Тирекса. Теперь хер отсюда уйдешь. Офигеть. Как отсюда убежать? Смотри, он специально возле моих кустов. Как же страшно, а? Побежали, мать его! Просто побежали! Вообще похеру на лут! Я забрал яйцо Тирекса! А нахрена оно мне нужно? Тэн-тэн-тэн. Я просто батька. Я забрал яйцо Тирекса. Интересно, а что я потом с ним могу делать? Выращивать его? И на нем потом кататься? Передвижной транспорт, динозавр. Да ну нафиг. Его кормить, растить. Вот это да. Ох ты ж ё. Здравствуй, мистер торговец. Так. Можете использовать как для приготовления мяса, так и для добычи. Что? Обменял? Яйцо? Отлично вгрызается в лед, скалы, плоть противника. Это что такое? Зеленая чешуя, чешуя зеленого цвета. Беретта. Продано. Вы что, угораете? И что эта штука мне даст? Может использоваться как для приготовления мяса, так и для его добычи. В смысле? Это просто оружие, что ли? Обидно, конечно, если это просто оружие. А я там уже обрадовался. Требуется уровень охоты 1. Далековато у нас, да? Дойдем, нет? Так, у меня не хватает энергии. Но у меня есть 25 монет, да? Давай истратим, чё? Пошли. Что не сделаешь ради подписчиков? Яйцо я замутил и намутил сковородку. Просто типа оружие, что ли? Оружие на халяву? Как-то так, я думаю. Заходим. Сейчас посмотрим аирдроп. Как он вообще выглядит и что там может выпасть. Тан-тан. Возьмем похавать. Скот, на! На! Боец, блин, сковород. Ого! Плювок здесь. Собственной персоной.
Мистер Плювок. Собственной персоной. Велосираптор. Иди сюда, Тенч. Скорость хорошая удара. 45 хп. Не так-то много. В мусорку пока. Блин, единственный фейл, что я не сделал рюкзак. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. Так, забираем срочно еду. Сразу ее хаваем. Отлично. Берем кожицу. Так, 10 хп. Вопрос в том, что... Что? Аирдроп. Давай, родной. Веревки надо и листья. Веревки и листья. Веревки тут можно найти, выбить с них. Так, канистра. Кукри. Надеть. Вот это сюда, это сюда, а дальше разберемся. Я думаю, что с кукри у нас будет больше шансов. Здравствуйте, велик. Опс. Отличный удар. Так, что мы можем собрать? Я думаю, что нам пора сейчас уходить. А то я сюда голый пошел без ничего. О! Здорово, малыш. Кожа у нас есть, у нас все есть. Кукринос у нас есть, болты есть, это есть. И в итоге мы сможем создать на 5-м левеле, там уже сможем создать вот такие всякие темы. Поэтому нам бы сейчас все это пособирать. Так, давайте в аирдроп закинем обратно. Ох ты, ё-моё, у меня по хп-то слабенько все. Они могут меня ушатать и все. И джедже будет. Ну а также, если я сейчас 5-й левел быстро возьму, также убью зебру и съем мясо, я думаю, что все будет хорошо. Так, применить. Отлично. Давай сейчас дозабираемся. Отлично, вот и все. Новый левел. Так, а что нам нужно для вот этого? Веревки нам нужно. Нам нужно ушатать. Веревка, пожалуйста. Веревка. Блин. Если была бы веревка, я бы сейчас на изи бы все бы забрал бы. Все бы собрал бы. Так, болты есть. Ну все, тогда уходим. Веревок с них уже не выбью. Хотя последний шанс выбить с тебя веревку. Давай, веревка. Фиг там тебе, а не веревка. Веревка. С тебя, друг мой, может выпасть веревка. Фиг там. Ну что же вы такие противные-то, а? Давай тогда пособираем вот эту всю фигамантию, которая здесь есть. Посадим кокосики. Кокосики будут расти. Так, саженцы ананаса, пускай собирает их. Нам нужен ананас. Так. Я уже практически 6-й левел. Что там будет на 7-м? Бинты, камнерезка. На 10-м уровне чисто броня будет. О, в принципе, ее не так-то и тяжело можно будет крафтить. Ё-моё, что там такое? Я аж обсикался. Чё, все что ли? Идем домой? Так, идем домой. Уходим в дом. Смотрите, с 50-го левела у нас новые здесь карманы откроются, которые можно пользоваться. Бинты, там большие аптечки, еда, допустим. Очень удобно на самом деле. Так, единственное, что я мог оттуда взять получше. В смысле, оттуда мог взять... Ну ладно, вот это самое такое нормальное. Идем домой. И заканчиваем нашу серию. Ждем энергию, потом пойдем фармить по локациям, смотреть, что здесь можно открыть. Тут бункеров-то нету, видите? Тут дело не в бункерах, тут дело в охоте. А на охоту нам нужно... Ну, чтобы охота нужна, нам нужен первый левел охотника. Это нам нужно качаться, качаться и качаться. Ну что, ребят, с вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока-пока!